В республике продолжают работу над программой строительства недостроенных жилых объектов. В своем жилье сегодня нуждается порядка 1500 человек. Все города и районы приняли заявки от желающих поучаствовать в долевом строительстве многоквартирных домов. Уже создано 9 кооперативов, а специалисты разрабатывают программу дешевых кредитов. Предоставлять их планируют в первую очередь бюджетникам. Виолетта Ганина продолжит тему. Он старший офицер МВД, а она преподаватель-филолог в колледже. Семья Бабаян вместе уже 18 лет. И все это время им приходится мотаться по съемным квартирам с двумя уже взрослыми детьми. На зарплаты бюджетников накопить на свою жилплощадь очень сложно, признаются муж с женой. В этой квартире, к примеру, они живут уже 2 года. Условия здесь, мягко говоря, скромные. И, наконец, появилась надежда. Узнали около года назад, и это предложение исходило от нашего руководства Министерства внутренних дел. Предложили довольно-таки удобные условия для приобретения жилья. Планируем минимально это хотя бы двухкомнатная квартира, исходя из того, что у нас двое взрослых детей, и они хотели бы иметь свой какой-нибудь уголок, где разместились бы, и мы не отвлекали. Оно не то, что нужно, оно глобально необходимо. Потому что когда у вас подрастают двое детей, и вы ежемесячно забираете у этих детей зарплаты, процент какой-то вы платите совершенно другим посторонним людям, в чем-то обделяя своих детей, конечно, вы понимаете, что вам необходимо ту же самую сумму отдать детям, и вы могли вложить в их развитие, в их образование. А потом есть другой момент, когда у вас опять-таки подрастают дети. Детям нужен свой дом. В Министерстве экономического развития разработали проект программы строительства недостроенных жилых объектов. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. Все города и районы уже подключились к этой работе. Составили списки претендентов на долевое строительство долгостроев. Программа рассчитана на 2 этапа. В первой, с 2018 по 2019 годы, сдадут в эксплуатацию 9 многоэтажек. А во второй, с 2019 по 2021, 10 домов. Это была инициатива президента Приднестровской Молдавской Республики по завершению строительства долгостроев, благодаря которой значительная часть работников бюджетной сферы смогут быть обеспечены жильем. На первом этапе планируется введение в действие 428 квартир и на втором этапе порядка 380 квартир. Уже сегодня желающих поучаствовать в долевом строительстве в 2 раза больше самих квартир. В приоритете бюджетники Министерств просвещения, здравоохранения и сотрудники силовых структур. Поэтому у семьи Бабаян с большой вероятностью 2019 может стать годом новоселья. Виолетта Ганина, Тимофей Чекан, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.